этому зданию почти полвека, и сейчас оно выглядит совсем неприглядно, но уже к августу этого года оно должно преобразиться. И здесь вновь зазвучат детские голоса. Это будет первый профильный корпус для старшеклассников 23-й гимназии микрорайона Сходня. Ну а пока полным ходом идут строительные работы. За 2,5 месяца полностью выполнили демонтаж здания, и это только начало. Приступили к работам по черновой отделке, прокладкам сетей центральных коммуникаций. Также проводится работа по усилению фундамента. То есть, скажем так, небольшая проблема с фундаментом. Принято правильное проектное решение, и, соответственно, вот сейчас усиляем фундамент. То есть планируется в ближайшее время начать работу по устройству кровли и продолжить работу по черновой отделке. Как идут строительные работы, оценила специальная комиссия во главе с заместителем главы администрации Кристиной Мадатовой и муниципальным депутатом Русланом Шаиповым. Сейчас у нас здесь будет парапет, мы демонтировали плиты, свесы были. Вместо него, конечно, вместо него сейчас будет парапет 700-й где-то. И мягкая кровля. А это уже другой корпус 23-й гимназии. Здесь размещается начальная школа. Это здание за 60 лет ни разу капитально не ремонтировалось. Школа 1962 года, то есть, соответственно, ну, уже возраст такой приличный у школы. И действительно не было никогда капитального ремонта. Ежегодно делаем локальный ремонт, но, к сожалению, как вы видите, ну, это не помогает, это не выход из положения. Поэтому мы безумно рады и родительской общественности, и мы сотрудники. Капитальная стройка этого корпуса 23-й гимназии намечена на 2025 год. Здесь должны обновить не только фасад здания, провести большие внутренние работы, но и закупить новые парты, специальный инвентарь и оборудование. Юлия Самошина, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.